Из 132 участников определили лучших в трех номинациях. Поздравить учителей с победой пришли их ученики. Они подготовили собственные выступления для того, чтобы поддержать своих наставников и немного разрядить атмосферу ожидания вердикта жюри. Кстати, имена победителей до последнего момента держались в строжайшем секрете. Победитель в главной номинации Елена Староженко представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе «Учитель года». Но предшествовать этому будет небольшой отдых. Все конкурсанты в подарок получили путевки в Геленджик.